Дополнительные меры спасения бездомных ввели в Бельгии. Городские власти призвали стражи порядка доставлять в ночлежки бездомных принудительно в случае отказа. Нельзя допускать, чтобы человек подвергал себя смертельной опасности. Если кто-то хочет спрыгнуть с моста, вы его удержите от этого или подтолкнете? Конечно, постарайтесь удержать. Если возникает риск для общественного спокойствия, безопасности и порядка, я обязан сделать это. Бельгийский Красный Крест предоставляет привезенным с мороза бродягам медицинскую помощь, питание и одежду. Они спят в комнатах на 6 человек там еще есть свободные места но в минувшую пятницу благотворительная организация само social открыла еще один центр приема бездомных на 50-70 коек под опекой добровольцев в одном брюсселе сейчас находится 1100 бездомных